конный спорт, плавание, дзюдо, бокс, хоккей, волейбол. В программе праздника 20 видов спорта, среди них как командное, так и личного зачета. Каждый из гостей фестиваля наверняка найдет себе увлечение по душе. Основная точка притяжения – парк имени Суворова. В итоге это такое уникальное для Беларуси мероприятие. Оно связано с тем, что в этом году Национальный олимпийский комитет празднует свое 30-летие. И в рамках своего 30-летия они запустили такую серию, даже проект в итоге. Данное мероприятие проводится в каждой области. Ориентированы они на малые города с хорошей спортивной инфраструктурой. Большой концертный блок, туристическая выставка, молодежная дискотека, а также торговые точки, где будут представлены блюда национальной кухни. В этот же день на стадионе «Юность» пройдет семейный фестиваль «Папа, мама, я, футбольная семья». Планируется, что он соберет порядка 50 семей. К слову, сам спортивный марафон в итоге «Крок до Олимпа» объединит еще ряд мероприятий 10-11 июня. 10 и 11 числа будут организованы различного рода экскурсии, семинары, образовательные выставки, концерты будут проходить. Мы приглашаем к участию всех детей, подростков, жителей Брестской области принять участие в данном мероприятии. Нужно просто прийти в парк города Кобрина 12 числа, открытие у нас 13:00. Всех мы приглашаем получить положительные эмоции, зарядиться, посмотреть на организацию очень хорошего праздника.